Привет-привет, дорогие друзья, дорогие подписчики! Ребятушки, сегодня будем играть в Subway Surf, и это новое обновление New Orleans! Хо-хоу! Ребят, это обновление перед Хэллоуином, и сейчас я вам покажу, какие герои здесь добавились. Смотрите, вот Scarlett Halloween Special, ха-ха! Так, кто еще? Эдди New Orleans Special. Вот такой вот дяденька. Так, кто еще у нас? Так, это, ребята, Мексика, ну, вроде бы, вот два героя, да, это Скарлетт и Эдди. Но, к сожалению, ребятушки, сегодня я не смогу ими поиграть, потому что я играю не в взломанную игру, а в обычную, скачанную с Google Play, ребят. Я сегодня не читер, как меня любят называть некоторые друзья. Ребятушки, я играю за Джея. Ну что, побежали, посмотрим локацию. Опа! Так, ух. Тыц, ребятушки, лево-право, монетки собираем. Я люблю монеточки. Кто играл уже в это обновление, тот молодец, конечно же. И может написать в комментариях, что я играл, или плюсик поставить. Вау! Смотрите, ребят, какие поезда здесь, да? Прикольные. Так, а у меня же есть бридж-скейтборд. Воздушный. Эйр-скейт. Ух, точно я придумал. Эйр-скейт. Бридж. Ух ты, чего-то пропустил только что. Чум, бам-бам. Так, W и swamp. Надо собрать слово swamp. Что-то знакомое это такое, но я не могу вспомнить, что означает swamp. Прыжок, джамп, а swamp? Не знаю, мои хорошие. Так, ребятушки, ну что, скоро каникулы в школе? У вас когда? Напишите. У нас, если не ошибаюсь, в конце месяца, в конце октября или 26-го, что-то вроде бы такого. Так, можно будет оторваться на полную катуху и залипнуть перед компом, да? Или сходить на улицу поиграть, кто как больше любит. Тыц, так, Subway Surf. Ну что, ребят, ух, чуть, вы видели, чуть-чуть бы, и хан без мне. Бдыщ. Прыгаем по вагонам. Ух, ух ты, не допрыгнул до летучей мыши, чик-чик. Так, друзья, интересно, что будет, если я поймаю эту летучую мышку? Так, чуть-чуть усвам. Ау, фак! Простите, пожалуйста. Это вырвалось само. Зато я уже собрал все, да? Тыц. Как вам новый Орлеан? Кому нравится, ставьте лайки, не забывайте. Ха-ха-ха. Мне будет очень и очень приятно. Пдж. Так, ребят. Пдж. О-о-о. Летучая мышка. Ха-ха. 4 из 10. Вы поняли? Ха-ха. Ой, ёлки. Где там елки, Мадик? Это не елки, это палки. Так, ребят, ну что, осень вообще обалденная, солнышко, да? Супер, уже скоро ноябрь месяц, а на улице погодка просто космос. Кому нравится такая погода, ставьте лайки, друзья, и я буду знать. А, или плюсики в комментах, кстати, тоже вариант. Нет, сейчас меня догонит. Стой, присели. Ух, жирный дядька. Хочет догнать Джейка. Ух, ё-моё. Yes, ребят, поймал. И он меня сейчас чуть-чуть и поймает. Нет. Фудж. На вертушку. Хва-ба. Ха-ха-ха. Фудж. Вот это да, ребят. Вот это я фигачу. Круто. Фудж. Уа. Хотел допрыгнуть, видели? Да. Вау, какой знак вопроса. Па-бам. Опа, гитара, ребят. Сейчас сыграем. Та-р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 а. Ух ты, еще один. И магнитофон. Ну, спасибо. Спасибо. Ребят, короче, вот такой вот новый Орлеан. К сожалению, героев новых я вам не смог показать, но показал локацию. Кому понравилось, ставьте лайки. Друзья, до новых встреч. Всем приветы. Пока.